всем привет. В общем, потусовался я в этом городе, который называется Женова. И что-то меня здесь не прикололо, ни гостиницы, ни движения, ничего не понравилось, потому что, в принципе, здесь все нормально, но что-то как-то мне показалось, я тут не по делу застрянул вообще. Тем более гостиницы были дорогие, поэтому вот я взял вот такой билет, который написано Санремо. Всегда мечтал побывать в Санремо, где итальянские музыканты поют песни, где Тото Кутуни и другие начинали, пели, в общем, свои шедевры создавали. Сегодня буду там, где ночевать буду, еще не знаю, но посмотрим. Смотрите, Анзор ТВ, мы двигаемся в солнечную Калифорнию. Кстати, чай здесь очень вкусный, лимон дают. Чай черный, вкусный, и цена его, что мне еще понравилось, что чайничек дают, то есть ты можешь выпить, в принципе, 2,5, даже 3 чая, цена евро 30. Вообще, цены здесь дешевле, чем до этого были в других странах, то есть уже европейские цены. И, допустим, там тот же кебаб, который стоил 3 евро в той же Хорватии, или еще до этого тоже 3 евро стоил в других странах, здесь уже стоит минимум 4,5-5 евро. То есть, цены, несмотря на то, что в Италии большой кризис, как все говорят, и жизнь не такая легкая в данный момент. Ну что ж, пока, до встречи в Сан-Ремо.